Полицейские Кызылорды обезвредили бандитов с большой дороги. Задержанных подозревают в ограблении граждан Кыргызстана, по данным пресс-службы ДВД области. Инцидент произошел на трассе Шымкент-Самара. Двое юношей 25 и 28 лет остановили легковой автомобиль марки «Мерседес», в салоне которого находились 4 человека. Все они граждане соседней республики. Преступники отобрали у них наличность 40 тысяч тенге, запасные автоколеса, сотовые телефоны, велосипед и скрылись в неизвестном направлении. При первой возможности одна из потерпевших вызвала сотрудников полиции. Грабителей задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Роте дорожно-патрульной полиции были даны ориентировки. Установлено, что грабители скрылись с места преступления на автомобиле Volkswagen. В результате оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемый автотранспорт был остановлен, а подозреваемые задержаны. Ими оказались жители Кармакшинского района. В настоящее время ведется досудебное расследование.